тебя волнуюсь. Ты живешь сам по себе в богом забытом месте. Здесь картели перевозят наркотики, людей и оружие. Я не испугливый. Кто лучший пес на свете? Распоряжение банка. Ваше ранчо будет выставлено на аукцион. Дайте мне немного времени. Вы не пройдете. До дороги слишком далеко. Вызову пограничников. Не надо, пожалуйста. Мама? Эта женщина и мальчик поедут с нами. Я служил в морской пехоте. Предлагаю вам развернуться и адьос. Я тоже солдат, и мне приказано забрать их. Помогите ему, прошу. Здесь ты в опасности. Пошли. О чем ты думал, увозя его? Его уже ждали на границе, чтобы убить. Ты хоть понимаешь, на что я ради тебя пошел? Хотите помочь? Везите обратно. Сам домой доберусь. Отвезу к твоей семье в Чикаго. А дальше делай, что хочешь. Тот человек у границы из картеля Васкеса. Он вас найдет. А потом убьет тебя. Этот мальчишка ни в чем не виноват. Просто кто-то должен дать ему шанс. Думаешь, мне понравится в Чикаго? Тебя ждет долгая, хорошая жизнь. Он ваш внук? Нет, его мать просила присмотреть за ним. Похоже, она в вас очень верит. Ты не можешь прятаться вечно! Заступник. Неприятности на дороге?